Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Зелена планета». Я, Нелі Толмач, запрошую вас у подорож світом краси і здоров'я. На дворі весна, яка несе оновлення, але, на жаль, саме цей період загострення алергічних реакцій, проявів, захворювань, як їх подолати за допомогою препаратів рослинного походження. Саме про це ми сьогодні поговоримо з досвідченим експертом. Зустрічайте, будь ласка, директора мережі фітоаптек «Світ здоров'я» Марину Сущенко. Марино, вітаємо вас. Добрий день. І насправді дуже актуальна тема, тому що весна, здавалось би, треба радіти життю, і красуватися, милуватися красою природи, між тим не до того. Як часто до вас звертаються люди з цією проблемою? К сожалению, с каждым годом таких людей становится все больше и больше. И что самое, наверное, печальное, что как раз к вот этим, скажем так, проблемам очень сильно они актуальны. Конечно же, у детей, и чем младше дети, тем, к сожалению, они более аллергичней. И это говорит не только об аллергии, которая касается непосредственно и пищевой аллергии, и аллергии, которая определенное высыпание на коже, но аллергия вот такая вот сезонная, когда, к сожалению, очень трудно именно бороться непосредственно уже с самими, скажем так, этими проявлениями, с последствиями, потому что если какая-то пищевая, можно определить определенный, выявить определенный продукт или группу продуктов, и как-то ее исключить, как-то к этому можно найти какие-то пути. А, к сожалению, именно вот такая сезонная аллергия, ну, к сожалению, без дыхания не существует жизни, поэтому проблема довольно-таки актуальная и, скажем так, молодеет с каждым годом. Это правда. Вот из своей практики, как вы наблюдаете за тем, какие пиковые периоды именно проявления сезонных аллергий? Это прежде всего как раз период вот цветения весны, когда начинается великое множество распускаться различных трав, цветов, пух, особенно тополиный пух, это просто бич, наверное, 50% населения, может быть, даже и больше. И, само собой, это уже август месяц, это когда начинается уже непосредственно аллергия, связанная с амброзией и со всеми такими полынообразной вот этой группой. А с чем обращаются люди? На что жалуются больше? С какими требованиями? Потому что химических препаратов относительно вот преодоления каких-то препятствий, связанных с аллергией, масса. Между тем, люди все равно обращаются в фитоаптеки за фитопрепаратами. Как они, вот я знаю, что ведется, я знаю, у вас и психологи работают, и специалисты высокого профиля работают. На что больше жалобы и что бы хотели? Вот какой-то универсальный препарат, возможно? Конечно же, всегда хочется выпить какую-то одну таблетку, и чтобы все прошло и навсегда. К сожалению, мы знаем, что противоаллергические антигистаминные препараты, они всего лишь блокируют вот эти последствия, и поэтому как раз все какие-то проявления этих аллергий периодически перестают ощущаться человеком, но не снимается сама, к сожалению, проблема, и наоборот, с каждым годом или даже с каждым сезоном препараты должны быть все сильнее и сильнее, если мы говорим об этом, и прежде всего здесь нет в данной сфере нет именно такого лечения. То есть здесь надо подходить довольно-таки грамотно, а, к сожалению, это такая у нас получается пролонгированная, к сожалению, ситуация, и только с каждым годом она все более обостряется, все более протекает в более тяжелой форме. Это правда. Итак, если мы говорим о том, что самим себе заранее помочь, о профилактических способах, средствах в борьбе с аллергией, когда лучше начать этот процесс? И если мы говорим про растительные препараты, с чего лучше начать? Здесь, возможно, как раз вы очень правильно отметили, то, что вначале, если мы знаем, что мы всегда некомфортно себя чувствуем, у нас начинается проявление аллергии, к примеру, в период цветения, то есть это где-то уже начиная в нашем климате с апреля-мая, заботиться в идеале и обратить на это внимание следует хотя бы месяца за 3-4, то есть подготовиться именно вот к вот этим проявлениям. Поэтому сейчас как раз время подготовиться, если вы как раз аллергия,
аллергик, вот августовский аллергик на амброзию, как раз вот повод начинать обращать на себя внимание и на свое здоровье. Поэтому, конечно же, важно это все делать, соответственно, заранее и подготавливаться. Поэтому, если мы говорим именно о природном подходе лечения и восстановления, скажем так, здоровья, для того, чтобы организм перестал реагировать на эти раздражители, потому что мы дышим все одинаковым воздухом. Некоторым это не доставляет никакого дискомфорта, а некоторым начинает так активно, особенно срабатывать и проявляются вот эти все симптомы. Поэтому очень важно именно понимать, что здесь самое главное, это, конечно же, профилактика уже. То есть надо заранее поддерживаться и держать под контролем состояние, само собой, печени, потому что печень – это главный такой фортпост, который перерабатывают все токсины, все продукты распада. Здесь, само собой, должна быть полноценная работа желудочно-кишечного тракта. То есть, если мы говорим о людях, которые предрасположены, да, более к аллергическим направлениям, это, само собой, люди будут, у которых проблемы с желудочно-кишечным трактом, у которых есть ферментопатия, то есть недостаточно идет процесс переваривания пищи. Это будут люди, у которых более склонны к запорам, какие-то хронические заболевания, то есть они, возможно, принимают какое-то большое количество препаратов, и, соответственно, нагрузка на печень идет довольно-таки усиленная, скажем так, печень работает в двойном режиме. И плюс ко всему, вторая такая проблема, и чаще всего бывает, у кого возникают как раз вот эти все аллергические проявления, это люди, у которых или они очень часто болеют как раз простудными заболеваниями, то есть слизистая непосредственно носа, носоглотки, у них очень истончена, она сужена, и плюс еще ко всему, здесь очень часто еще добавляется большое количество различных грибковых вот таких патогенных еще микроорганизмов. Поэтому очень важно именно смотреть за тем, что и заранее можно сделать даже тот же самый анализ посев, то есть что у вас находится, нет ли каких-то у вас гостей, скажем так, от которых нужно избавиться. И плюс ко всему, как раз, если мы уже говорим о периоде аллергии, то есть можно еще дополнительно просонировать, то есть это может быть непосредственно, если мы говорим о санации, что это может быть? Можно просонировать из натурального, это водным раствором прополиса, проделать какой-то определенный курс или процедуры, или прокапать, или еще лучше, если есть ингаляторы, сейчас очень многих есть, как раз особенно ультразвуковые, для того, чтобы мы как раз просонировали вот полость, для того, чтобы не цеплялось все лишнее к нам. Да. Плюс еще ко всему, очень хорошо в данном случае как раз проявляет себя коллоидное серебро, то есть это такой природный раствор коллоидного серебра, как раз он является таким дополнительным природным антибиотиком для того, чтобы убрать вот эту всю лишнюю микрофлору. Это если мы говорим для подготовки непосредственно заранее. То есть для того, чтобы потом эта наша слизистая не так бурно реагировала на проявление. И мы должны всегда помнить, что аллергия – это не причина, это как раз повод, чтобы позаботиться и понять, что в организме что-то происходит не так. Если мы говорим, например, о человеке, есть такие определенные стадии, они называются 7 стадий зашлаковки организма, да, то аллергия – это уже будет 4-я стадия. То есть после 4-й стадии это идут уже различные новообразования, злокачественные, доброкачественные, то есть это уже… Поэтому аллергия – это вот такой пограничный этап, который нужно не просто как-то пропустить это время, переждать, проигнорировать. А как раз это повод задуматься, переосмыслить, возможно, из психологической точки зрения проработать как раз эту ситуацию со стороны питания, со стороны именно вот... Ну, это организм уже требует очень громко, чтобы мы обратили... Это великий звон колокола, что надо... Чтобы мы уже обратили на него внимание, уже вот пора, уже вот осталось буквально еще чуть-чуть до каких-то уже более серьезных, очень глобальных проблем. Очень важные вещи вы проговариваете в том плане, что это повод задуматься. И, возможно, наши зрители, которые сейчас вместе с нами,
именно в этот момент, в это мгновение найдут для себя решение определенной проблемы. Потому что если есть уже аллергические проявления, хочется преодолеть проблему, не заглушить ее, как делают множество химических препаратов. Проявление снимается внешнее, а внутренняя проблема остается. Еще именно, и усиливается. И усиливается, да. Именно с помощью природных компонентов, препаратов мы можем помочь самим себе, потому что это сродни нашему организму. Это то, что продолжение природы, как сам человек. Леночка, вы каждый раз приходите к нам с определенными конкретно практическими рекомендациями. У нас на столике есть масса препаратов интересных, и давайте мы сделаем такую мини-экскурсию в мир здоровья. Да, правда? Да. Начинаем. Первый препарат – это как раз средство для промывания носа при аллергии непосредственно целенаправленное, то есть фирма выпускает несколько вариантов. Этот непосредственно используется при аллергии. Для чего он используется, для чего он нужен? Для того, чтобы при аллергии, можно немного заранее, можно уже в период, когда непосредственно к вам пришла аллергия вместе с ее проявлениями, симптомами, ежедневно, каждый день, утром, перед выходом на работу или когда вы проснулись, и точно так же вечером, особенно когда вы пришли с улицы, надышались большим количеством вот этих всех аллергенов, промыть обязательно полость носа. Это будет прежде всего такое мини-ванная, скажем так, для того, чтобы большинство аллергенов, которые мы успели вдохнуть в течение дня, то есть чтобы мы их убрали. И здесь непосредственно находится такая небольшая бутылочка на 250 грамм водички она, и непосредственно еще 50 вот таких вот маленьких пакетиков. И один этот пакетик разводится как раз на 250 грамм водички, чуть-чуть не надо подождать, чтобы окончательно растворилась, и промывается полость аккуратненько, то есть над ванной, над тазом, кому как удобно. Можно использовать как взрослым, так и детям. Как долго это надо делать? Именно в проявлении, в пиковое проявление или задолго до начинать? И как долго вообще, в принципе, можно употреблять вот такую вот форму профилактики? Йоги, классические йоги, перед тем, как заниматься своими дыхательными упражнениями, прежде всего, промывают себе полость носа и делают это ежедневно. Поэтому, возможно, надо брать и нам на вооружение, да, и обращать на это внимание. В аллергический вот этот период минимум два раза в день. Это утром и вечером, или когда, возможно, мы в обед вот пришли с прогулки или с общения с большим количеством аллергенов. То есть минимально это два раза в день. По длительности мы уже подбираем непосредственно... Каждый для себя. Это довольно-таки просто, при этом довольно-таки эффективно. Если у нас нет возможности промыть, то есть основа примерно похожая, то есть это вот морская водичка, это сода, это непосредственно вот такой спрейчик, он называется Аквагрин, также на основе морской воды, на основе алоэ вера, то есть для того, чтобы смыть и удалить вот все токсины, все вещества, которые раздражают нашу слизистую, чтобы это было более такой приятной, доступной форме, то есть без каких-то химических добавлений, то есть без гормонов, без всего, то есть абсолютно натуральным, природным способом. Потому что я знаю очень много людей, которые просто вот, особенно в период августовский, которые единственный вариант, когда ты не хочешь садиться уже на сильнодействующие какие-то препараты или гормональные, это как раз вот уехать к морю, да, и дышать таким здоровым, чистым воздухом и как раз вот природным путем снизить вот эти все аллергические проявления. А это как раз вариант для тех, кто, к сожалению, вынужден оставаться в городе и ходить на работу, да. Так, дальше мы продолжаем. Следующие препараты, одни из, наверное, самых таких популярных, при этом довольно-таки результативных и бюджетных, это комплекс Экомед, это наша киевская фирма, и их три препарата, которые основаны как раз для борьбы вот с аллергическими проявлениями различными. Первый препарат – это Светанок, это как раз для, можно его начинать пить заранее, это как раз для того, чтобы помочь организму, помочь нашей печени,
обеспечении полноценно функционировать и полноценно работать. Здесь, кстати, надо оговориться, если мы понимаем, что при аллергии нужно пить как раз печеночные препараты и не забывать и поддерживать печень и функции печени, мы это должны начинать делать до, то есть это где-то даже, может быть, до 3-4 месяцев до начала вот этих аллергических сезонных проявлений, плюс и даже когда у нас и была аллергия, и после этого. То есть это где-то получается вот такие печеночные. Единственное, что мы не пьем один какой-то монопрепарат, мы их чередуем, смотрим по непосредственно уже по тому, как правильно их применять, по способу применения. То есть это где-то до полгода мы обращаем внимание как раз на состояние нашей печени, на состояние желчного пузыря, как раз вот для того, чтобы мы минимизировали все аллергические действия, проявления и потери. И следующие такие интересные два препарата, которые чаще всего хорошо вот работают в паре и отлично друг друга добавляют, это аллергил, даже по названию понятно, и плюс еще к нему идет препарат, который называется Лизорм. То есть он хорош при различных аутоиммунных проявлениях, в том числе и при аллергических. По нашему опыту, то есть если эти препараты пьются по назначению, по показаниям, по 30-40 капелек обычно 2-3 раза в день, когда вот резко вдруг совсем, или, возможно, выехали куда-то на природу, или нужно резко добиться результата, тогда, например, есть смысл, у нас хорошие результаты, мы предлагаем тогда людям непосредственно чередовать данные препараты по 10-15 капелек, мы их чередуем через каждый час. И так они пьются где-то в течение хотя бы 5 дней, для того, чтобы мы это такими микродозами, такими гомеопатическими, но при этом довольно-таки быстро добились результата и сняли вот эти аллергические проявления. А потом уже можно перейти на непосредственно дозировку, которая рекомендовано непосредственно производителем. Что входит в состав этих препаратов? Абсолютно натуральные травы, которые мы привыкли к тем, что растут, и тем более они нашего региона, нашего непосредственно климата. То есть непосредственно это водно-спиртовые растворы определенных растений. Очень интересно. А почему они дополняют друг друга? Почему именно они очень интересны именно за счет своего вот этого состава, очень хорошо они друг друга дополняют. И плюс ко всему, как раз работают в паре, и плюс ко всему можно третий к ним добавлять тот же самый светанок, который печеночный. То есть когда их трое, они вот усиливают как раз деятельность, действия друг друга, и как раз вот заодно усиливают результат. Марин, очень важно, вот когда, например, человек решает перейти на природные препараты, вот фитопрепараты. Как быть, если, например, уже есть определенная зависимость от химических препаратов? Потому что аллергики очень часто именно жалуются на то, что привыкание. И вы сегодня тоже нам об этом говорили. Можно их начинать, нет смысла и не нужно бросать вдруг резко что-то одно и переходить что-то резко на другое. Можно это все делать постепенно, параллельно и уже непосредственно или с врачом, или уже если достаточно хорошее стабильное состояние, в индивидуальном порядке уже подбирать себе определенные дозировки, возможно немного снижать именно вот такие сильнодействующие. Тем более здесь самое важное то, что препараты эти, обычно их нужно менять, их нужно заменять, потому что, к сожалению, организм как раз привыкает. Да. Итак, дальше мы идем. Непосредственно, если мы говорим о печени, просто вариант, который знают все, который нужно не забывать пить, он довольно-таки, опять-таки, выращенный в нашей местности, довольно-таки бюджетный, но результативный. Это расторопша, это молочный чертополох. Многие его знают, многие его любят. То есть это такая абсолютно доступная, абсолютно бюджетная, но при этом очень-очень эффективная очистка печени идет, то есть мы знаем очень много аптечных препаратов на основе расторопши и на основе вытяжки из расторопши силимарина, и непосредственно вот данный вариант, есть плоды, есть различные клетчатки непосредственно расторопши, то есть это такая трава, о которой не следует просто забывать. И как раз вот период аллергии, выбрать себе определенный курс, мы должны также помнить, что как и любых трав, как и любых препаратов, существует определенное время приема, определенный срок. И даже если мы вот поговорим о той же расторопше, у нас есть очень многие люди, которые говорят, вот мы
все время ее пьем, дома стоит. Минимальный такой курс, который допустимый, это около месяца. Это правильный полноценный курс. И если в граммовом соотношении ее пересчитать, это где-то получается около 400 грамм расторопши. Это средний оптимальный курс для взрослого человека. Если, например, в семье есть человек, у которого аллергия, это значит, что наследственная предрасположенность все-таки есть, и ребенок, возможно, заболеет аллергией, возможно, какие-то облегченные проявления. Как вы видите, вот, например, семейная профилактика каких-то аллергических заболеваний? Здесь прежде всего стоит сказать, что как раз вот эти наши предрасположенности семейные к заболеваниям, к определенным, в том числе аллергии, они в основном связаны с тем, что в семье все ведут определенный образ жизни, определенный режим бодрствования и сна, определенные как раз вот эти, скажем так, перегибы в питании, как раз вот эти все наши такие семейные проблемы, о которых мы очень любим сворачивать на что-то непонятное, что-то мы себе ищем какие-то всегда отговорки. К сожалению, конечно же, мы не говорим о том, что такой науки нет, наука такая есть, она само собой к чему-то мы более предрасположены, но очень часто мы на это хотим сверить. Так проще, чем что-то менять. К сожалению, здесь нужно говорить о том, что здесь правильно менять и образ жизни, и образ мысли, о том, о чем мы говорим практически с вами в каждой передаче. Потому что это все-таки самое главное, это вот этот грамотный подход. Плюс ко всему, как раз за счет того, что у нас действительно такая усиленная нагрузка, к сожалению, в тех же самых продуктах питания, во всем остальном, таких каких-то немыслимых, токсических, абсолютно чужеродных для человека, для организма веществ, которые мы употребляем, которыми мы дышим. Поэтому, к сожалению, мы от этих всех аллергических проявлений, мы знаем, что чем мы цивилизованнее страна, чем цивилизованнее, тем более чаще обрабатываются в доме химическими веществами или также стираются различными синтетическими веществами, тем больше и чаще будет процент людей, у которых есть аллергия. Поэтому также на это следует обращать внимание. Это не говорит, конечно, о том, что не нужно убирать, но здесь очень важно еще сказать как раз, кстати, о вот этих всех сезонных проявлениях аллергии, вообще об аллергиях таких. Это, конечно же, должно быть абсолютно такой чистый и влажный воздух. Как раз это один из таких способов для того, чтобы наш нос дышал вот полноценным, довольно-таки влажным воздухом, и мы искусственным путем не истончали себе слизистую. Особенно вот после сезона вот этого осенне-зимнего, после отопительного сезона у нас довольно-таки сухой воздух получается в квартирах. Плюс ко всему мы еще все закрываем, редко когда что проветривается, потому что еще тем более такой подключился режим такой тотальной экономии, мы боимся тепло это выпустить. И как раз вот это все очень истончает как раз вот эту нашу слизистую носа. И опять-таки это как раз один из поводов того, что как раз вот эти все аллергические проявления потом дают о себе знать. Вот вы видите, аллергия – это болезнь цивилизации, собственно говоря. И чем ближе мы будем к природе, чем ближе мы будем подпитываться за счет того, что вокруг, тем здоровее мы будем. На самом деле все примитивно, в какой-то степени банально, но это факт. Человек – продолжение мира сего. И возвращаясь в природу, мы возвращаем себе здоровье. Но у нас еще есть препараты в студии, и мы продолжаем знакомиться. Это минимальные такие сборы, минимальные чаи, опять-таки на основе вот таких трав, которые способствуют полноценному очищению такому и организма, и полноценному очищению как раз печени. Непосредственно сбор, даже в названии указано слово аллергия, то есть аллергофит, натур, то есть натуральный сбор от аллергии на основе определенных трав. Можно его также пить как в период, когда уже началось у вас вот эти проявления аллергии, так и просто заменить определенный курс, пропить, можно даже годичный себе такую определенную цель поставить, такой определенный годичный курс, то есть 3 недели, месяц можно пропить данный, например, сбор, потом обязательно должны быть перерывы, то есть бесконечно. И также любые травяные сборы, такие любые и химические препараты пить нельзя, об этом стоит всегда помнить и не забывать.
Марина, вы знаете, у меня у подруги была ситуация, связанная именно с аллергическим проявлением, и причем до такой степени прямо пиковой достигла вот аллергия, что не дышать, не спать вообще никак не могла. Вот в таких кризисных ситуациях что вы посоветуете? Потому что очень сильная завязка уже на химпрепаратах, ну а возвращаться, например, к фитотерапии здесь очень как-то опасно, и люди очень не доверяют фитопрепаратам, например, если в сравнении с химическими. Вот вы, как человек, который ведете вот именно ту вторую формулу здоровья, что вы в таких случаях рекомендуете, когда уже, ну, может быть, тупиковая ситуация? Здесь, конечно же, никто уже именно химические препараты, но для того, чтобы снять какое-то острое состояние, какой-то острый спазм или ларингоспазм, или бронхоспазм, конечно же, нужно уже, конечно же, прибегать и к именно уже определенным аптечным препаратам. Но здесь еще следует помнить, что здесь очень важно подключать именно, плюс кроме аптечных, кроме травяных, еще очень важно и правильно подключать как раз вот эти все дыхательные упражнения, дыхательные вот такие функции, поддержка организма, именно непосредственно можно ознакомиться с различными дыхательными гимнастиками, то есть они есть и по Бутейко, и Стрельникова, и очень много сейчас абсолютно, буквально каждый день появляющиеся какие-то определенные такие направления, и это как раз вот такой вариант, когда мы можем самовосстановиться как раз за счет дыхания, за счет того, что мы нормализуем какие-то именно свои внутренние дополнительные процессы. Ресурс, да, человеческий ресурс, потенциал. Ну, вы знаете, опять-таки вспоминается, хочешь быть здоровым, будь им. Помоги сам себе, ну и прислушивайтесь к рекомендациям, которые массово просто сейчас льются с нашего экрана. Спасибо большое, Марина, что вы были с нами. Будьте спасибо здоровы за полезные советы. Будем здоровы. І до следующей встречи. Да. Шановні друзі, підходить до завершення наша програма. Я хочу побажати вам бувати здоровими, красивими, щасливими. Ну і, звісно, дивитися телеканал «Миколаїв». До зустрічі в ефірі!